Шикарный растительный узор папоротник. Сегодня с вами его разберем в отдельном видео. И смотрите, чтобы увидеть все подробности, как его вязать. Всем привет, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать на канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на околовязальные темы. Я очень люблю растительные узоры, и этот узор тоже один из моих фаворитов. Здесь всего 28 петель в рапорте, плюс 2 кромочные по краям. В середине идет вот такой фрагмент с изнаночными петлями. Здесь 2 изнаночные петли. И здесь для того, чтобы вязать этот узор, нужно выполнять 3 петли с наклоном влево вместе. И еще нужно уметь выполнять накиды. Остальное здесь очень вяжется просто. То есть здесь идет фактически фрагменты с лицевой гладью. А с изнаночной стороны петли нужно вязать все по рисунку. То есть изнаночные фрагменты все полностью изнаночными петлями. Здесь 2 по центру лицевые. И с изнаночной стороны накиды провязываются изнаночными петлями. Очень простой узор. Всего здесь 10 петель в рапорте. В этом фрагменте 3 рапорта. И очень здорово, мне кажется, подойдет для украшения какого-то изделия. Например, по центру пустить джемперы, такой элемент. По центру рукава пустить такой же узор. Да даже можно в носках применить, мне кажется. Это отличный вариант. Так что рекомендую этот классный ажурный узор папоротник. Как же его вязать? Давайте вместе с вами свяжем. В ширину здесь 28 петель плюс 2 кромочные. Это 30 у меня на этом образце. И высоту это 10 рядов всего лишь. Итак, первый ряд. Кромочную я снимаю. Далее я провязываю 3 петли вместе с наклоном влево. Таким образом я их подхватываю. Мне так удобно, так как у меня восточный метод вязания. Если вы вяжете другим методом, то выполняйте провязывание этих петель как вам удобнее. Далее 9 лицевых петель. 3, 4, 8, 9, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, снова накид, лицевая, накид, 9 лицевых, 8, 9. Здесь остается 3 петли на спице и 1 кромочная. Я их снова так же, как и в начале ряда, провязываю 3 вместе с наклоном влево и кромочная изнаночная петля. Дальше, когда я уже с узором разбиралась, можно в принципе варьировать. Можно эти петли провязывать с наклоном вправо, а последние петли на спицы в этом фрагменте с наклоном влево провязывать. Может быть, так будет симметричнее, но в изначальном описании узора вот именно так. Все именно с наклоном вправо. Вот почему-то он так выглядит. Но мне кажется, логичнее было бы немного изменить. Так что сами смотрите по ситуации. Итак, второй ряд. Кромочную я снимаю. Здесь все петли мы вяжем по рисунку. Во всех четных рядах изнаночных. То есть здесь идут сплошные изнаночные петли. Накиды мы здесь с вами тоже будем провязывать изнаночными. И в середине единственный вот этот фрагмент. 2 лицевые будут здесь. Если вы совсем начинающая рукодельница, то вязание по рисунку означает, что вы вяжете петли так же, как они выглядят у вас на спицах. То есть, где лицевая, там вы лицевые провязываете, где изнаночные, там изнаночные. Накиды чаще всего в ажурных узорах вяжутся вот таким способом, чтобы они получались ажурными фрагментами. То есть, это не скрещенный накид, а именно такой, который позволяет раскрыться этой петле. Итак, далее я провязываю все петли изнаночными. Кромочная у меня здесь изнаночная петля. Итак, третий ряд. Кромочную снимаю. 3 петли вместе с наклоном влево. Лицевой петлей. Готово. 8 лицевых. 2, 3, 8. Накид. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, снова лицевая, накид, лицевая, накид и 8 изнаночных. Так, здесь 8 лицевых я провязала. Далее 3 петли вместе лицевой, кромочная, изнаночная петля. Далее четный ряд, четвертый, все петли по рисунку. Итак, пятый ряд.
Кромочную я снимаю. 3 петли вместе с наклоном влево. Далее 7 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7. Далее накид, лицевая, накид. И здесь очень просто ориентироваться, да, здесь идет центральная лицевая петля, и по две стороны от нее отходят накиды. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, снова 2 лицевые. Накид, лицевая, накид, 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 3 петли провязать вместе лицевой петлей, кромочная и изнаночная петля. Изнаночный ряд, все петли по рисунку. Итак, 7 ряд. Кромочную я снимаю, 3 петли вместе лицевой петлей, готово, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2 изнаночные, опять 3 лицевые, накид, лицевая петля, накид, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, далее 3 петли вместе с наклоном влево. Кромочная и изнаночная петля. Далее изнаночный ряд, все петли по рисунку. Итак, далее 9 ряд. Кромочную я снимаю. 3 петли вместе с наклоном влево. Пять лицевых. 2, 3, 4, 5. Накид. Лицевая, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 4 лицевые, 5 лицевых, 4, 5 и 3 петли вместе с наклоном влево. Кромочная и изнаночная петля. Далее изнаночный ряд, завершающий в рапорте. Вот так и выглядит этот классный узор под названием папоротник. Он немного выглядит объемным до того, как будет отпарена и произведена влажно-тепловая обработка. Затем же, конечно, он немного разровняется и действительно напоминает листья папоротника. Классный растительный узор, пригодится во многих ситуациях, поэтому рекомендую его для того, чтобы применить в каком-то изделии. Очень просто его считать, по лицевым петлям вот здесь отходят такие ажурные фрагменты, которые имитируют вот эти листики папоротника, такие небольшие. Очень лаконичный, красивый, его просто считать и просто вязать, поэтому рекомендую. Как я и говорила, по краям сами смотрите, как удобнее провязывать петли, либо 3 петли с наклоном вправо, либо с наклоном влево, как это будет смотреться. Мне кажется, что вот этот вариант все-таки получше, да, то есть здесь, допустим, влево наклон, здесь будет вправо, как-то интереснее. Но нужно смотреть уже, конечно, в готовом полотне, полноценные образцы связать и тогда уже применять его. С изнаночной стороны он выглядит вот так. Конечно, это не двусторонний узор, но тоже подойдет. Здорово, если можно так украсить какое-то изделие, например, джемпер по центру или сбоку пустить такую полосу. И в носках, мне тоже кажется, здорово будет смотреться. Напишите, куда бы вы его применили, полезен ли вам этот такой видеоролик. И пишите, какие узоры вы еще хотите видеть на канале.
Ну а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Всем желаю удачи в вязании, побольше вдохновения и всем пока. До встречи в новых видео.